Чё вы там? Женя все бастует по поводу комиссии НДС. Что, не пойму. Так... Так это... Как его... Бицы и... Все полученные бицы и подписки это в одно идут вместе, как бы есть еще. Так что мне бицы тоже хорошо. Так если он сейчас взял 1000 бицев за $10, какая разница? Какая комиссия? Он раз что-то переплатил? Я думаю, он ничего не переплатил сейчас. Ты переплатил? Больше, чем нужно? С каких пор $10? Это 750 рублей. Чего? С чего? Откуда ты взял эту переплату? А, тебе такой НДС насчитали? Ну, я не знаю. Человек захотел, человек купил. Мех. Человек захотел, человек купил. Человек захотел потратить, человек потратил. Спасибо, штурман, за 49 пиццев. Будет тебе уроком. Так ты купил, что ли, и переплатил? А что ты тогда нажал принять или что? Число не круглое. Сколько было? Объятель пишет, что 149. Я не знаю. Да что ты насморк, сука, заебал. Не написал конечную. Жалко 120 рублей. Все равно мне один хрен кинешь половину, да? Ну как половину? Ну хотя бы сотку. Ты ж псих, да, тема. Будешь сейчас кидать по одному бицу и писать сообщение длиннющее про свою миссию невыполнимо. Цвет какая разница? Это 31 числа. Сейчас типа обновилось, походу. Ну я вижу, что типа ты главный битбокер, там или как это называется. Написано 149. Ой, что делаю? Ну типа первое место по битсам. Началось. Миссия невыполнима, огонь. Все, понеслось. Тысячи сообщений. Представляешь, да, уже?
как это будет. Как это будет весело. Ой. Так, подожди. О, босс! Берегись воды. Ахахахахахахахаха. Обычно дрилдозер не может ходить под водой. Но я установил какое-то специальное оборудование, и ты сможешь спуститься под воду. Тест 2. Кстати, спасибо Джеди за 2 битца и спасибо Штурман за 9 битцев. Война битцев началась, все. Это ты объявила войну. А звук один, да. Когда в одном сообщении, ну, типа ты одно от сообщений кидаешь. Он считает как один. А смайликами несколько показывается. Так, а что ты ждешь? Подожди, в смысле? А, в смысле, ты имеешь в виду... Не ходи пока? Окей. С руками тестить. Пэхчамп 100, ладно, не буду над тобой издеваться. Меня НДС огорчило равно 120 рублей в никуда равно. Равно 120 рублей в никуда равно. Спасибо, Джеди, за 100 битцев. Надо было спросить, Штурман. Надо было спросить. Я бы тебе сказал. То есть, ну... Лучше спросить. Я вроде как знаю, как это работает. Ну, хотя бы частично. Потом недопонимания не было. Теперь у нас есть главный держатель рынка и главный держатель биткоина, да? Главный держатель биткоина. Бриллиант, бриллиант. Где мой бриллиант? Бриллиант. Он зовет меня. Бриллиант фонтана юности. Опять испробую, чё. Тихи-хи-хи-хи. Не, так неинтересно. Сука, в нем столько страсти в этом переводчике. Не. Не. Не, так интересно. Спасибо, Штурман, за 91 битс. Спасибо, ребят. А что за значок у меня появился? 2. Это значит, что ты второй по количеству внесенных битсов в этом месяце. Сверху видишь в чате, типа это топ по битсам. Штурман сейчас первый, ты второй, и там еще инфлэбл биф. Там у дороги. Бонбек, спасибо за хост. Так. Это надоед... Смотри, там впереди эта надоедливая маленькая девчонка на красном дозере. Да-да, сокровище наше. Хуля, у нее подлодка, нихера.
Все же знают прикол с этим озвучиком Остапом Жигулей. Без понятия. Без понятия. А дом дороги, да он такой маленький. Месяц уже как. Бля, чё, босс что ли? Мудак такой, чё у нас обзывается? Мудак! Чё она кричит на меня? Мудак! Блин, у меня один гир только. Так, будь долго. Адак! О, пропеллер. Мы теперь сможем под водой, видимо, плавать, да? Заведем Жигуль. В курсах о таком. Главное, что он говорит от Данчичка. Данчичка, яичко. Он мой ник произносит как не как Данчика, а как Данчичка. Этот переводчик. По-моему, это. По-моему, Силь, ты не помнишь, это этот же голос был, да? Данчичка. По-моему, он, да? С горчичкой и яичком. Халявные битцы за рекламу в России. Надо было на стримфесте спрашивать у них. А когда вы сделаете? Ну эти... Эй, это же пара этих безумных бабусек. Старухи! Воры. Они, наверное, нашли сокровища в руинах. Ну, а теперь в порядке бизнеса мы просто вернем назад все, своруем у них. Но похоже, они оставили нам подарочек. Попробуй использовать пропеллер, чтобы двигаться под водой. Просто крути дрель, чтобы спускаться, как субмарина. А ты уверен, что будет работать, Гирма? Будь осторожен, босс. Если попадешь в беду, позови помощь. Так. Я умер? А я думал, я умер. Что-то на маску одела. Хм, прикольно. Это ГБА. Написано же, нет? Не написано? Все же написано. Написано. Куда мне лучше идти-то? Попробуем вправо давай. Жалко, что она плавает только в одну сторону. Я старый человек, сложно сказать. Я же сказал, ГБА. Мы тут были. Нам не сломать. Гиру секунд. Да, конечно. Если Twitch такие сделает, эти халявные бицы за рекламу, это, конечно, будет охренительно.
Просто ты Twitch Russia пока для Твича не особо что-то сделал. Такого прям. Ну, то есть вообще ничего не сделал. Такого они никогда не сделают. Тем, наверное, надо было другое сделать. Чтобы PayPal пароль спрашивал. Вот это нужно. Если сменить регион, сработает. Только Twitch может забанить за это. А так да, сработает. Твич забанил, деньги сохранил. Не знаю насчет этого. Ну, блин. Нет. Список появится, когда мы пройдем эту игру. Просто надо, во-первых, каждую игру показать. Ты просто... Ну, ты много знаешь игр на аркаду? Там показывать нужно. Там половина игр, я хер пойми. Как обычно. Ой! Я могу прыгнуть? Ого. Хорош. Стоит рискнуть? Как думаешь? Просто шипы вроде сразу убивают. Ради этого. Чей новый бухгалтер будет плакать? Ну тут уж ничего не поделаешь. Спокойной ночи, Генри, мы не. Третья игра, где уже надо пролезать под шипами? Да почти в каждой игре надо это делать. Если это платформер. Патрик! Патрик! Сука, Патрик, ты что творишь? Я не особо хочу заранее список показывать, потому что, ну, вдруг я передумаю. Вдруг я передумаю в последний момент. У тебя в монитор стоит? Слушай, давай это. Босман хороший.
Когда ты успел все потратить? Вылетал из стопа. Ну ты подписался, видимо, вернулся назад. Блин, что-то мне подсказывает, что пузыри лучше не трогать. Ого. Да не, вроде норм. Когда потратил? Рискну предположить, что где-то в районе... Где-то в районе Ведьмака, может... Дон, не забудь записывать битцы. Моя хотят скупать все каслы и метроидвании. В следующий раз используй слово «данчиха». Это веселее будет звучать, я тебе отвечаю. Этот голос слишком прекрасно произносит ник «данчих» по-английски. Спасибо, штурман, за 100 битцев. Спасибо. Что хотел сказать? У меня список. Я все вижу. Оно никуда не пропадает. Так что не переживай. Да у меня не было нифига. Да я понял, что у тебя стоит у монитора гадости. Хватит мне рассказывать на наш взгляде. Вот это поворот. Тебя убили. Минус Джеди. Так считает как мудуч. Но я тебе говорю, он прочитал как-то не Данчика, а Данчичка. Я просто с этого орал. Опа, сокровище какое-то. Звездная пыль. А что это за игра? Привет, Стас. Это дрильдозер на Game Boy Advance. Последние чекоины ушли домой. Точно. Может быть такое. Ты нашел сокровище. Ничто так не радует вора, как найденный им лут. Гарант, нижнее подчеркивание, магия. Это по-русски надо, чтобы проорать? По-английски. Ну, как ник пишется. Я не байчу. Я просто говорю, если что. Отсюда смайл Данчичка, да? Чка. А Дончи мне просто Twitch не дает выбрать название смайла. Использует начальный префикс просто ника и все. Видишь сокровище? Да что такое? Короче, иди в комнату с сокровищ коллекции, чтобы увидеть сокровище свое. Ну, я понятно, все понятно. Данчичка тест.
Данчичка тест. О боже. Как давно я этого не слышал. Данчичка. Кто у тебя там лежит? Спасибо, штурман, за 100 битцев. Ты прям это разоряешься. Разоряешься прям. По сотке кидать. А, подожди, меня это не ваншотит? Я думал, меня это ваншотит. Ну, в смысле, это я ощущусь где-нибудь еще. О. Короче, идем сюда. Наверное. Зачем мы сюда идем? А, здесь проход. Хорошо. Тебя грызет киси, что делать? Беги. Любимому стримеру не жалко. Спасибо. Сука, сопротивляйся. Сука, что-то хаотично. Ну, Данчичка, с горчичкой и яичком. Давай. Ох, вылез. Приказ. Нет. Это было больно, между прочим. Нет. Ты куда? Стой. Ты куда? Зачем тебе упаковка петард рядом с компом? Зачем? Зачем? Ой. Только не надо мне говорить, а вдруг Новый год? Эгюри Фредди. Блять, какое же тупое управление здесь под водой. Пиздос просто. Она еле двигается. Да ну куда ты плывешь-то? Плыви вверх, ну! Господи, кошмар, блять, эти подводные уровни. Он сносит. Она не двигается сама собой. Ну, то есть ты нажал вправо, и она поплыла вправо. Тебе нужно крутить сверло, чтобы она плыла. Данич. 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 Насколько можно не любить котов, чтобы кидаться в них петардами? Хули, внезапно Новый год, а ты уже готов, да? Норм. Норм, чё, норм. Так, давай-ка мы... Да куда тебя несёт-то, блядь? Я не могу, меня бесят эти подводные уровни. Они тупые. Хочешь поспать, а под окном коты поют? И чё? Чё теперь, блядь, в них петардами кидать? Ты псих, что ли, какой? Да мы выплываем, нормас. Чем коты, блядь, не угодили? Кошмар. Они же ни в чем не виноваты. Они просто животные глупые.
Я надеюсь, тут ХП будет. Очень на это надеюсь. Как сверление прекрасно. И очень необычно. Очень странная игра. Я в такие не играл никогда. Так, стоп. Давай-ка сюда. Пускай будет хэпундий. Хэпундий. Он, блядь, как этот. Как он... Как его зовут? В Астериксе и Обеликсе. Который петь начинает. Только его не связывают, короче, и на дерево вешают. В него петарды кидают, понял? А чё у Данищица картинка чёрная? Какая картинка чёрная? О чём речь? Меча? О чём речь? Значок подписки, что ли? Данич, что, сабскрайбер, да? Когда он успел? Да он там что-то... Ну как по приколу? На следующий день пришел, я помню, сказал такой-то: бля, я что, сабскрайбер? Данич хорошо выходные проводит. Я тебе отвечаю, прям вообще огонь. Я тебе не очень. Мобильник проебал. Я тягаю день сегодня плохой, поэтому у меня мозаика развалилась. Инчи, ты ничего не слышала. Я тебя не бачу, что не все, что-то. Сиди, работай. Да лол! Кто? Чё? Куда? Отстань. Ты не должна была написать сейчас. Я черепаху делал, она развалилась. Плохо проклеилось. Давай, давай, давай. О, нормас. Как песос прочитал. Окей.
Сука. Что? Что? Дети подошли, говорят, дай, дай 11 рублей. Я говорю, зачем? Они говорят, нам не хватает магазина. Я говорю, на что? Они говорят, мы брали, обещали занести 11 рублей. А я говорю, возьмите у родителей, занесите. Они говорят, родители в другом городе. А я говорю, а почему вы в этом городе? Это... Просто это... Великие какие-то отмазки. На сигареты. Нормально. Нахуй послал их? Молодец. Привет, да, Жень. Так, вот это надо сломать, и оно упадет, да? Сам-то не упади, ядрить. Ага, норм. Вроде все по уму сделал, да? Пройти можно. Детям 10 лет было. Почему сверло похоже на дик? Ну, если у тебя такой дик, не завидую твоим женщинам. С этим все в порядке? Конечно, блядь. Сплав алмазный. Хуй тут не в порядке может быть. Ай. Тихо. Отстань. Тихо. Ой. Чё делал? Мне нужно вот так. Два. Ай, что ты летел, блин? Да ну ты чё, блин, не дотянешь-то никак? Это у его женщин не в порядке, да? А это безопасно? Иметь таких женщин, у которых... Биг бро. Шалом. Рыбы обитают. Ну, так я еще к женщинам не подходил. Девушка, не здравствуй, не желаете посмотреть на мой дрилдозер? Ну, такая...
показывай. Это такой хеликоптер Дик. Может, сука, может. Что-то босяцкий какой-то. Нихера. Это худшее, что сегодня со мной могло случиться. Я-то сейчас должен... Подожди, я сейчас должен под водой с боссом драться. Катил к девушке в прямом смысле, сбил ее, она на асфальт кувырком ебанула через велосипед. Это ты сейчас точно не рассказываешь мне сюжет какого-то клипа Blink 182? Потому что я помню, такой клип был. Его что банит? Что-то кто-то посмотрел? Феанор посмотрел, там какая-то порнуха, да? Какая-то порнуха по-любому, если Феанор забанил. Просто я разрешил ссылку еще. После этого он сказал, что не хочет с тобой знакомиться. А кто бы с тобой стал знакомиться, если бы, блядь, ты заставил кого-то через велосипед перелететь? Так тройную сальтуху вместе с велосипедом. Феанор распознает порнуху с трех нот. Угадано такое. Обижаешься, Санёк? Ну, чё ты обижаешься? Санёк, не обижайся. Так, чё мы тут? Этот странный шар вернулся. Он взял под контроль гигантскую рыбу. Да дай Санька-то побанить на одну секунду. Чё? Подумаешь. Можно ссылку от Санька снова кинуть? А чё я кидать-то? Все её видели, не нужно. Там же было просто место желейки-то, и можно открыть просто и всё. Картинка ржачная, это срачки. Привет, Редокторус. Ну, Феанор, может, не услышал. Хотя нет, правильно, что забанил его. Так. Я не должен тебе говорить, какая часть у этой рыбы самая слабая. Не так ли? Просто держи все под контролем, все. Чего? Я тебя понял. А я могу это отбивать? Могу. Смысл, правда, не особо. Ты куда? Еще бы она не плавала, блядь, постоянно. Влево-вправо. Ой, нормас, ой, хорошо, сейчас вообще почти полжизни ему сняли. Подожди, это же из Флинстонов. Что происходит?
Я так-то понимаю, надо просто отбивать и ждать. Что других вариантов я не вижу. Так, ждем. Ждем, когда шарик появится. Чтобы просто расхерачить его. Санек все обиделся на нас. Теперь можно про него посудачить. Санёк не очень, ой, Санёк не очень, прям вообще как-то обиделся. Да я понял, что ты не услышал. Ну бывает что. Разбанили же. Не всегда же, блядь, забанили. Обижаться бывает. Это толпа. Оба. Чё? Камни во рту? Что? Какие камни во рту? Ты разобралась? Ты уверен, что разобралась с этой рыбой? Что это? Что это там сияет такое синенькое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, синий кристалл. Харе. А, рыба камнями плевала? Ну, как бы это не совсем рыба была. Это... кристалл, который взял под контроль рыбу. Это немножко другое. А это босс. Ты нашел еще один бриллиант. Но мы ищем красный, а не синий или желтый. Эти черепаторы, наверное, это где-то там у себя его приныкали. Бриллиант, наверное, содержит большое количество силы. Санёк будет приходить, короче, он со мной не будет разговаривать, он будет только с Даничем говорить. Санёк! Санёк! Блять, ты меня заставил сделать полную хуйню сейчас. Имей в виду, у меня сейчас болит очень сильно спина, меня продуло. Имей в виду. Ой, блядь. Ты хуел, что ли? Слышь, Рифтл, ты чё, ёпта? Ты обиду не держи. А то я воду на тебя поставлю. Будешь возить ее туда-сюда. Понял? Будешь возить возу. Воду. Будешь водовозом. Еще буду пальчиком на тебя показывать. Так. Санек водовоз. Я бессилен сопротивляться. Ты
выдал. Ты, сука, прав. Страусиные яйца возить будешь? Страусиные яйца ты будешь возить? Все, валим со стороны, действительно. Этот камень смог оживить гигантскую каменную статую. И контролировал стаю рыб. Еще скелетов оживил. Отличный камень. Прекрасный. Еще больше. Я еще так могу. Претензия? Встань в очередь. Какая у тебя претензия? Че не так? Что это было? Какие претензии? Давай за всю хуйню поясняй мне тут. Чё тут? Претензии у него. Чё случилось?